Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в клуб Алексея Козлова. Ну, а аванс аплодисментов можно? Кто же здесь это говорит, микрофон? Страшно. А меня зовут Виктор Дзиевский, я заместитель директора Первого джазового радио, директор ансамбля «Живые люди». Мне выпала честь представить сегодняшний ансамбль. И хотелось бы немножко рассказать о сегодняшнем концерте. Это итоговый концерт ансамбля летом. То есть его последний, наверное, два месяца будет большой перерыв. Ансамбль уходит в отпуск, занимается новой программой, запускает какие-то новые проекты, будет много чего интересного. И сегодня мы решили собрать в одном месте все. Всю музыку, которая была сделана за, по сути, предыдущие годы. Это и проект, который был сделан с прекрасной вокалисткой Натальей Блиновой и с нашим новым контрабасистом Максимом Макагоновым. И с новым саксофонистом Павлом Скорняковым. Вас ждет много чего интересного, будет два отделения, будет несколько джазовых стандартов. Но в основном, конечно, будет авторская музыка блестящего композитора, талантливой, гениальной Натальи Скворцовой. Не побоюсь этого слова «гениальный», надеюсь, она меня слышит. Хотел бы представить еще одного гостя сегодня, который находится здесь. Это Сергей Красин, директор лейбла Fancy Music музыкального, благодаря которому у нас выпущено у «Живых людей» целых два альбома. Оба выпущены в 2012 году, это альбом «Движение. Новые города». Композиции из него вы, разумеется, сегодня услышите. И хочу пригласить на сцену потрясающий ансамбль моих хороших друзей. Ансамбль «Живые люди». Наталья Скворцова, бат-лидер ансамбля. Максим Макагонов, контрабас. Остальные не выходят. Боятся. Павел Скорняков. Альтсаксофон. Наш самурай на барабанах. Петр Павлов. Юрий Севастьянов. Пена саксофон. Прекрасная чудесная певица. Наталья Блинова. Наслаждайтесь вечером. Thank you.
Thank you.
мне журналы подарили, такая немножко необычная версия композиции Джона Колтрейна «Наима», если вы ее узнали в нашем исполнении. Мы долго спорили с коллегами перед выходом на сцену, с чего нам начинать. С джаза или с джангла, с современной музыки или более-менее мейнстримовой. В нашем репертуаре есть и такие, и другие композиции. Решили все-таки начать с того, чего вы от нас раньше не слышали. Это вещи, аранжировки, сделанные в этом году. Еще одна похожая пьеса, на сей раз авторская, она называется «Далеко». Кстати, у нас еще одно нововведение. У нас наша прекрасная певица Наташа Блинова не только поет теперь в нашем ансамбле, но и играет на iPad, работает с электронными эффектами. Вот такая новость этого сезона. Thank you.
Перейдем к, может быть, более привычной музыке. К
Композиция «Остров». Thank you.
Сейчас играем совсем джазовую вещицу, она называется «Предчувствие». Thank you.
у нас появился новый участник ансамбля, Павел Скорняков. Я хочу представить его не только как прекрасного солиста, но и как композитора. Прозвучит композиция Павла, называется «All Day». Thank you.
от вас играет ансамбль «Живые люди». Павел Стурняков, альтсаксофон. Где-то там спрятался за кулисами Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Максим Макогонов, контрабас. Еще один новый человек за последние полгода в этом ансамбле. Петр Ковалай, барабаны. Еще, опять же, где-то спряталась Наталья Блинова. Вокал и эффекты, я ее не вижу. Но мы ее сегодня еще увидим. Меня зовут Наталья Скворцова. Мы вернемся к вам минут через 10, я думаю. Мы хотим продолжать. Ансамбль «Живые люди» играет для вас сегодня. Мы сейчас... Спасибо, у нас сегодня прекрасные слушатели. Мы сейчас сыграем композицию, которую, я думаю, все узнают, но сыграем ее несколько необычно. Ну, по крайней мере, поклонники джаза узнают ее точно. Thank you.
Thank you.
вернемся к нашей музыке. Прозвучит композиция «Мантра».
Небольшая путаница. Наташа вышла чуть-чуть рано, но мы подождем ее еще несколько минут. Прозвучала композиция «Мантра». Сейчас мы сыграем пьесу под названием «Корабли». Thank you.
звучит сегодня, к сожалению, единственная песня на русском языке в нашей программе. Иногда у нас их бывало больше, но сегодня вот пока так. Там,
отвлекся на стихи Велимира Хлебникова, великого поэта Серебряного века, авангардиста и музыканта слова. Мы заканчиваем наше выступление композицией, она, как ни странно, называется «Начало». Такие мы люди, наоборот, немножечко, очень живые.
Пожалуйста. Юрий Севастьянов, тенор саксофон. Петр Толовой, барабаны. Максим Макогонов, контрабас. И еще к нам, по-моему, идет Павел Скорняков. Да-да-да, вон Павел Скорняков, альт саксофон. Большое